темный лес укрывал, на зеленый лес твой я тебя целовал. Кулачного огня я тебе подарил. И-се-е. Исия. Я, короче, сейчас наведу марафет на своем лице и буду снимать тикток на кухне. Ее боялись даже чеченцы. В общем, у меня есть для вас одна новость. Вот, я вам попозже про нее расскажу. Я кое-куда поеду, потому что... Вот. У меня есть деньги, но мне так жалко тратить деньги. Вы не представляете. Например, когда у меня на карте 10 тысяч, я не могу потратить их, потому что я не могу видеть на своем счету 9800. Жматера я. Вообще, главный прикол в том, что кому-то скинуть деньги я могу. Когда у меня кто-то попросит, типа, Даш, скинь 5000, я скидываю, типа, такая, ну, окей. А когда я хочу себе что-нибудь купить, я на себе жмочу. И так всегда, блядь.